Друзья, всем привет! Вы на канале Boston Auto, и мы продолжаем знакомить вас с новыми поступлениями. На сегодня у нас на обзоре новый ГАЗ-3309 2011 года. В 2024 году прошел цикл реставрации и переоборудования. Автомобиль полностью отреставрирован, переоборудован. Готов к эксплуатации. Под капотом двигатель D245 Евро 3, 119 лошадиных сил, 4,8 литра. Установлена новая передняя оптика, новая задняя оптика. Отличный мост. Рама идеальная, без деформации, следов сварки. Редуктор в исправном состоянии. Хорошая резина, как сзади, так и спереди. На кузове еврозамки, кузов с трехсторонней разгрузкой на шаровых опорах. Кабина также отреставрирована, произведен вторичный окрас. В салоне чисто, ухожено, все аккуратно и безупречно. Вся индикация на приборной панели работает исправно. На автомобиле установлена новая пневмо-гидравлическая установка, новый гидроцилиндр. Кузов, как вы видите, полностью новый. Дорогие друзья, приглашаем вас в автосалон «Бостон», который находится по адресу город Волгоград, рабочий поселок Городище, улица Дорожников, 11А. У нас большой выбор малотоннажных грузовиков, спецтехники, эвакуаторов, ассенизаторов, а также КАМАЗов-сельхозников. Приезжайте, ждем вас в гости.